Здравствуйте! Представляем две дрели миксера Makita DS4010 и DS4011. Это легкий инструмент для размешивания строительных растворов и красок. Работает от двигателя мощностью 750 Вт. Особенность дрели – низкие обороты и высокий крутящий момент. За счет этого инструмент эффективен при работе с вязкими смесями. Улучшенная система вентиляции предотвращает перегрев двигателя. У модели DS4010 скорость регулируется от 0 до 600 оборотов в минуту. У DS4011 обороты постоянные. Функция реверса есть только у модели 4011. Оснастка надежно фиксируется ключевым патроном. Держать миксер удобно благодаря двум дополнительным рукояткам, а накладки на корпусе гасят вибрацию.